пришел пауэрбанк. Сейчас мы его распечатаем, посмотрим, что за пауэрбанк. Так, за 12 баксов. Насколько он, не помню, по-моему, на 5000 или 6 ампер-часов. Ну ладно, сейчас посмотрим, что с чем его едят. Ой, какой маленький. Я, конечно, думал, он поболее будет. Или это не пауэрбанк? Что-то уж больно это. Как детский какой-то. Так. Оп. А, пауэрбанк. Шнур для зарядки. Мануал. И все. Больше ничего нету. Ой, какой легенький. Вот такая штучка. Так. 5000 ампер часов. Или нет? Ну да. 5 вольт. Так. К сожалению, всего 1 ампер. Ну, хотя и пишут там, что второе гнездо 2 ампера, это тоже, конечно, обманка. Судя по индикатору, разряжен полностью. Последняя банка разряжен в ноль. На ощупь, конечно, приятный такой, прорезиненный. Ну, вот еще раз вот его номинал. Если, конечно, видно. Так. Карабинчик пристегивает. Как я понял, к рюкзаку или к чему. Выход один для зарядки. Как-то он приклеен тут, как не по-людски. Фонарик, походу, видно. Сейчас мы его... А, нет, вот еще одно из гнездо. Два гнезда для зарядки. А где тут волшебная кнопочка? Так, это мы закроем, чтобы нам... не мешалось. Ага, вот она. У меня фонарики не запускаются. Может, то, что он разряжен? Два раза нажимаю, он должен загореться. А, во, оп. Загорелся и потух. Ну, значит, настолько он разряжен, что даже фонарик встроенный у него не горит. Что тут он берет-то, я не знаю, совсем немножко. Даже он не горит. Значит, разряжен вообще пустой. Ну что ж, протестируем, посмотрим, сколько он даст. Что-то уже сомнительно, что тут вообще он даст 5000 ампер-часов. Первый раз покупаю пауэрбанк, чтобы вообще в ноль разряжен был. Это, конечно, не есть хорошо. Берут сомнения, закрадываются всякие тут. Ну что ж, ну ладно. Сейчас мы его протестируем на зарядочку, посмотрим, что получилось. Сколько он даст ампер-часов. И вообще, потому что что-то он подозрительно легкий. Весов нет, к сожалению, смерить, сколько номинал и сколько на самом деле. Ну вот,
Такой подозрительный повербанк. Ну что же, со временем посмотрим, что он там нам даст. Так. Тут что у нас? Да. Сомнительно это все. Очень сомнительно. Карабинчик вообще неудобно. Как-то хоть бы колечко какое сделали под карабинчик. В общем, не знаю. Посмотрим, что это такое. Потестируем. После теста напишу отзыв, что да как. Да, тут еще вот зарядочка рядом, заряжать его. Поставлю сразу два доктора. Посмотрим, как получится. Ну вот как-то так.